Всем привет, ребята! Вы на канале «Ушел по делам». Вот я сегодня приехал в парк Кузьминки покормить лисят. Вчера я здесь проходил, гулял, как всегда ничего не взял с собой. Ни покушать лисятам, ни камеру, и тоже небольшое шоу здесь было. Я встретил Чичи, люди здесь принесли покушать, и то, что они принесли, я давал Чичи. Вот я, ребят, сейчас подъехал, пока никого нет. Привез я сосиски нарубленные, как пальчик, чтобы мой пальчик не откусили. Ну что, ребят, ждем лисят и попробуем покормить. Кстати, ребят, дополнение. Вот есть еще малыш. Малыша я уже не видел дней 6. Не знаю, что с ним случилось. Давайте посмотрим вообще, есть ли у них что покушать. Потому что я последние дня 4 наблюдал, что еды у них не было. Но встречал много людей, которые говорили, что приносили им покушать. Так, видим, ребят, воды есть немножко, полплошки. Еды никакой нету. Вот ихняя нора. Тут, ребят, там в кустах ходят. Не знаю, это птицы или лиса. Кто-то кусты шевелит. Чи-чи! Не вижу. Ну что, подождем. Ребята, Чика пришла. Иди сюда, Чика. Иди сюда. Зевает, спала. Привет, Чика. На, иди, бери кушай. Иди, бери, не бойся, на. Мама ихняя, Чичи малыша. Чичи пока нет. Как у тебя дела-то? Еще будешь? А где малыш? Ребят, водички попить, я вижу, попить хочет. О, кто-то проснулся. Чичи! Ребята, Чичи проснулся. Смотрите, Чичи! А вот и Чичи, ребята. Чичи, иди покормлю тебя. Вон мама на горе стоит, а вот Чичи. Так, ребят, я сосиски порубил. Сейчас вам покажу. Вон Чичи уже подошел. Видите, вот так я порубил. Стой, Чичи, стой, 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 Чичи, стой, стой. На. Вот, подожди, не торопись. На, бери. Чичи уже бежит. Вот, так, видите, такой палочкой порубил. Чичи, там не, а у него упало. Кушай. Он спал, только проснулся. Хотя кушай. Как у тебя дела-то? Я вчера его кормил здесь вкусняшками. Нету.
все, нету больше. Нету больше, все, видишь? Маму покормил твою. Видишь? Нету. Нету. Вот, пакет пустой. Ребят, сидит со мной. Чи-чи. Мама на дерево пошла. Нету больше. Все, нету. По кругу меня обойдет, как обычно. Вон, ребята, Чичи рядом со мной. Покормил и маму, и Чичи. Чичи голодный, видно, еще хочет. Давай чуть-чуть поснимаем его. Все, нет у меня больше, Чичи, нету. Все. Нету. Немножко посижу с Чичи и поеду. Ты что, меня не будешь обнюхивать? Чичи. Смотрите. Хочет уйти, но все равно со мной здесь. Иди обнюхивай меня, обнюхивай. Обнюхивай. Нету. Видите, ребят? Все как обычно. Надо обнюхать и меня по кругу обойти. Пошел. Видите? Ты сегодня что-то велосипед не понюхал. Иди велосипед понюхай. Смотрите, ребят. Облизать не будешь? Ну, меня теперь давай по кругу обойди. Меня по кругу не хочешь обойти? Там едет кто-то на велосипеде, сейчас убежит. Он спрятался. Чичи только проснулся. А вон мама залезла наверх на дерево. Чика. Вот Чичи сидит. А вон Чика. Чичи. Да не бойся, пойдем мамку проведаем. А вон Чика. Чика. Чика, красотка. В своем репертуаре. У нее здесь гнездо, место норы. Она здесь живет. Чика. Не бойся. Это камера. Не бойся, лежи, лежи. Вот. А там, ребят, Чичи. Чика. Красоточка. Смотрите, какая, ребят, красивая лисичка. Камера моргает красненьким, вот она немножечко и беспокоится. Как вам лиса в гнезде? Видели? О, и Чика залез на дерево. Вон, ребят, смотрите. Чика крадется к маме. Вот мама, а вон Чика там. Чичи, он идет потихонечку. Не знаю, они помирились с мамой, нет? Дня 4 назад наблюдал, ну, так сильно они дрались, но это на фоне еды было, из-за еды. Лисенок уже подрастает, и послабления ему уже нету, как младенцу. Мама уже учит сама добывать его еду. Ну, это и правильно, в принципе.
И видите, не подходит Чичи, когда я рядом с мамой, с Чикой. Давайте отойдем, может, Чичи подойдет. Может быть, Чичи соблюдает иерархию ихнюю. Не подходит. Вон, ребят, там Чичи. Ну, так прилично от мамы, тоже на дереве. Такие дела. Ну что, ребят, я вообще проезжал мимо, видите, у меня рюкзак со мной. Вот, еду я в маленький поход на велосипеде. Ну и так думаю, если вдруг встречу Чичи или Чику покормлю. Вот я, ребят, их встретил, покормил, сидят они на дереве. Вон там. Попрощаемся с ними. Давайте пока, Чичи. Чика, пока. Говорим им пока. И все, ребят. Едем. Вот приехал в гости к друзьям. Сижу, жду. Сегодня у нас пятница. Дело к выходным. Вот, хочу провести сегодня вечер со своими старыми друзьями. Вот я их жду. Сейчас они должны скоро подойти. Ребята, посмотрите, кто пришел. Здорово, брат. Ну ты что, я уже думал это. Вы что, в ночной клуб собрались? Сказали бы, здравствуйте, я бы этого. Вы сказали бы, я бы клифт одел бы, там Гаврилу, башмак нормальный. Красава, красава. Караул. Ну что, рассказывайте, как у вас дела? Ну а что, он показывает наш быт, где живем. Смотрите, это кошка, видели? Ну помилкой. Девушка, время не подскажете? Что ты там у меня в сумке лазишь? Я у себя лазил. А, в своей? Якобы в своей, а там, смотрите, это раздел один разрезан, рука там лазит. Мол, она руку в свою засовывает и ненароком в мою залезает. Так, сейчас 18+ у нас накладывается. Ты ну что, рассказывай, как у тебя дела-то? 100 лет я не видел, брат. На камеру не рассказывай, потом будет пересматривать. Че ты ходишь, хороводы? Хороводы. О, кстати, ну-ка иди в траву ляжь, посмотрим маскировку твою. Ну вот, как-то так, видите, а мы пока наблюдаем закатик. Как прикольно. Да, закат, да, здесь мама не горит. С кем там разговариваешь? Всем пока.